Друзья, всем привет! Вы смотрите канал «Рыбалка с дедом Маркелычем». И сегодня я снова иду на рыбалку в воскресенье. Но сегодня не простое воскресенье, сегодня великое святое воскресенье, Пасха Господня, Иисус воскрес, как говорится. Вот, в последнюю неделю, даже больше, никак не мог вырваться на рыбалку, потому что занимался огородом. Огород — это такое дело еще хуже рыбалки. Начнешь — закончить вообще невозможно. Кстати, создал канал, так и называется, «Огород с дедом Маркелычем». Если среди тех, кто смотрит мой канал, есть любители огорода, заходите, буду очень рад. Ну а сегодня на рыбалочку. Вода немножко прогрелась. И надеюсь сегодня половить на пшеничку и желательно белую рыбу. Поймаю или нет, не знаю, но очень бы хотелось. Да, народу на реке никого. Только утки плавают. И это плохой признак. Если рыбу клюет, как правило, рыбаки присутствуют. Раз рыбаков нет, скорее всего, рыба не клюет. Но раз уж пришел, надо пробовать. Да, уровень воды почти летний, а водичка, ну, не теплая, конечно, но уже не такая ледяная. Так что сейчас разложусь и буду пробовать. Так, вот запарил пшенички с горохом. Сейчас одну горсть брошу для прикорма. Наверное, еще одно. Вот так. Так, не знаю, как течение, как чего, поставлю пока 2,5 грамма. Дальше посмотрю, как будет. Вот такой плавок. Так, вот насажу пока пшеничку одну. Вот так вот. Может кто позарится. Так, надо сделать несколько проводок, посмотреть, что с глубиной у нас. Ветер против течения. Это не так плохо. Будет притормаживать. Течение совсем слабое. Плавок еле плывет. Так, ну вот как обычно забыл очки. Зрение уже не то. Ну ладно. Надеюсь, что увижу. О, первая рыбешка какая-то есть. Не крупная, мелкая. И это микроголавлик. Но на пшеничку. Первая рыбка
на пшеничку. В этом сезоне. Вот она какая. Эй, бодрый. Ой. О, навигация полным ходом идет. Перевал, буксир, перевал. Так, ну вот погонял в проводку. Поклевок почти нет. Поймал одного маленького голавлика и все. После чего мертвый зацеп и оторвал оснастку вместе с поплавком. Ну, думаю, надо что-то менять. Вот попробую сейчас на полудоночку. Маленькое грузильце поставил. Отводной поводочек. И ту же пшеничку. Вот сейчас закину. Со дна попробую. А то в проводку как-то совсем грустно. Будем ждать поклевочку. Опа! Ребята, что-то есть неплохое. Со дна взяла пшеничку. Нифига себе. Вот это да. Вот это да. Я думал, там плотва подлещ или еще что-то. А тут трубочист, а? Да какой? Вообще. Прям омерзительная скотина. Как доисторический ящер. Вот он. И он на пшеницу берет, а? Ну ты смотри-ка. Я думал, такие не берут на пшеницу. Берет. Фу. Противно такого. Даже в руки брать. Раньше в оке такой рыбы не было. Ну вот опять буксир прет. Сейчас воду намутит. Волну создаст. Туда-сюда. У них даже в Пасху работа не прекращается. Поклевка была, но мимо. Пшеничку разодрала. Так, опять висит зараза такая.
Вот уж не ожидал, что на пшеницу будут бычки ловить. Опа, ребята, что-то взяло. Есть. Ну, наконец-то. Первая белая рыба на пшеничку. И это плотва. Вот такая упитанная плотвичка. Прекрасная просто. О! Ушла. Ну и хорошо, я ее все равно отпускать собирался. Отлично. Так, сейчас перенасадим. И закинем еще на пшеничку. Так. Вот перезвон какой пошел. На всю реку. Еще одна поклевочка, но мимо. Ой, ветрило такое задувает. Забросить даже тяжело. Хоть прояснилось, солнышко пригревает, потеплее стало, это совсем холодно было. Нет, проводочку тоже не хочет клевать. Наверное, пора собираться домой. Ну вот, друзья, и закончилась сегодняшняя рыбалка. Время, как обычно, пролетело незаметно.
Хотел сегодня поймать что-нибудь на пшеницу. Первый раз в этом году. И это мне удалось. Правда, в единичном экземпляре. Сначала ловил проводку. Попался только один голавлик. Потом на стук со дна замучили. Бычки черные такие, трубочистые. Потом еще сменил несколько мест. Были поклевочки такие неуверенные. Наконец-то, наконец удалось поймать неплохую плотвичку. Так что можно считать, что сезон пшеницы у меня начался. Ну а так, сейчас пойду домой. Буду стукаться яичками. Кушать кулич. Ну и все такое прочее. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч на моем канале «Рыбалка с дедом Маркеловичем».